Итак, еще одно домашнее задание. Хождение за три моря, три толстяка, город Хмельницкий. КВН на каналі 1+1. Добрий вечір, з вами знову Ольга Самська. Наші кінематографісти вирішили створити власну версію трьох мушкетерів. Тому закривайте очі, ми починаємо. Купила мама коника, а коник без ноги. Яка цікава іграшка, хе-хе. Ітак, друзі, Атос, Артос і Ара. Д'Артаньян! І так, скільки нас? Чотири! Чотири! І так, скільки у нас шляп? Чотири! Чотири! І так, скільки у нас шпак? Арамис, можете не відповідати. Чотири! І так, скільки у нас? Чотири! Да. Послал нас за 12 подснежниками. Для этого нам нужно проскакать галопом по Европе. Лошадей брать будем? А мне моя супруга и изменяет. Арамис, она у вас чем-нибудь другим еще занимается? Впервые на канале 1+1 украинская версия фильма «День независимости». July 4th, Independence Day. 24 серпня, День Незалежності України. Where are spacemen? Москалі прилетіли? Ну. А вже ж, батьку. Kill them. Моя хата з краю, ховаємось у кукурудзі. В лесу родилась ёлочка, в лесу вона росла. Зимой и летом стоя, зеленая была. Скажите мне, Д'Артаньян, а зачем женщины носят эти мини-юбки? Чоловікам, щоб не докладати надмірних зусиль. Друзья, а помните тот киоск, где мы постоянно покупали беляши? Да. Так вот, его закрыли. Кто посмел? Санстанция! Тьфу ты, чё это я, а? Предлагаю сходить к кардиналу за пончиками. Констанция! Спокойно, Д'Артаньян, это же папа-кардинал, весь в красном, папа-папана. Ну вот, это всё, мама-мама. Что привело вас, друзья? Королева, она послала нас за 12 подснежниками. Благословите нас, святой отец. Ну, конечно, я благословлю вас, но вы должны помнить две заповеди. Первая – не возжелай жены ближнего своего. А если же возжелал? То не прелюбодействуй. 2 года на канале 1+1 транслируется сериал «Секретные материалы». И вот первая постельная сцена. Штат Массачусетс, секретная овощная база 21-18. О, Скалли! О, Малдер! Штат Массачусетс, секретная овощная база, минутой спустя. О, Скалли! Эх, Малдер! С понедельника по пятницу на канале 1+1 «Коломбо». Мадам, я хотел бы поговорить с вами как мужик с мужиком. Что вы, Коломбо, я не такая. Нет, мадам, я имел в виду с глазу на глаз. А. Скажите, мадам, вам, наверное, уже сообщили, что произошло самое страшное и неприятное. Да, я слышала, мой муж, он мертв, надеюсь. Нет, мадам, это страшнее смерти, это мои подтяжки, их похитили этой ночью. О, нет. А солнечному миру? Да. А ядерному взрыву? Нет. А со мной в номера? Да, что вы такое говорите, Коломбо? Как вы могли подумать такое? Чтобы я с мужчиной и без подтяжек в номера. Ха-ха. Хам! Нахал! А какой номер?
Пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Что вы делали с 8.25 до 9.46, с 11.13 до 13.16, с 18.45 до 20.15 и с 21.05 до 23.52? Я была в душе. Вы хотели смыться? Нет, я готовила кушать. Ванная? Да. Я вам верю. Ура! И вообще, Коломбо, отцепитесь от меня. Мне надо на бал, где в 12 часов я должна превратиться... Я знаю, знаю, в тыкву. Нет, в пьяную женщину. Ура! Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, досочка кончается, сейчас я упаду. Help me, help me! Гвардейцы кардинала, один за всех! Вы тут стойте, а я один за вами постою. Успокойтесь, Д'Артаньян! Это же герцог Бекингем, он безопасен. Тогда руки вверх, в стороны, лечь, присесть, лечь, Констанция! Держите себя в руках! Д'Артаньян, держите себя в руках! И вообще, кто такая эта ваша Констанция? Это что, ваша девушка? Нет, Констанция — это станция по ремонту коней. Имя, сестра, имя? Д'Артаньян. Сережа. О, телефон, сестра, телефон. Я есть очень любить французский язык, но я есть плохо понимать по-французски. Поэтому прошу говорить четче и внятнее. Атос, уважим иноземца. Арамис! Ну, чё ты дразнитесь, а? А чё ты начал первый? Друзья, не ссорьтесь, ведь у меня есть то, что может примирить нас. Итак, друзья, Д'Артаньян! Атос! Портос! И Арамис! Надо посмотреть, нет ли хвостов! Я вижу их, сударь! А сколько их? Человек 5, сударь! А сколько шагов? Шагов за 6, сударь! А у нас полно! В таком случае скажите, Д'Артаньян, а кто был с вами прошлой ночью? С вами была Ольга Сумська та Империя кино. Арамис не заикается, а Атос опять влюбляется. Д'Артаньян, он с голой шпагою, а Портос шуршит бумагою. Сейчас Портос напишет поэму, и мы прочтем ее вам со сцены каждый день.